Привет! Вы много работаете за компьютером. Ваши глаза находятся в постоянном напряжении, и вы не знаете, как избавиться от боли? Выход есть! Врачи-офтальмологи рекомендуют давать глазам отдых, делать ежедневную гимнастику или использовать специальные капли. Большое значение нужно уделять гимнастике для глаз, поэтому предлагаю сделать ее вместе со мной. Итак, начнем. Переводим взгляд влево и вправо. Повторяем несколько раз. А затем вверх и вниз. Переводим взгляд с ближнего предмета на дальний. Сначала крепко зажмурьтесь на 3-5 секунд. А затем широко откройте глаза. Сосредоточьте свои глаза на кончике носа. Отлично! Теперь закройте глаза и расслабьтесь. Каждый день уделяйте гимнастике хотя бы 5 минут, и тогда напряжение и боли в глазах перестанут быть вашей проблемой. Заботьтесь о вашем зрении и подписывайтесь на наш канал. До встречи!